насколько хватит всю лямку, а это... Это я рушники покажу, сюда хочу. Это рушники? Угу. Я тут уже детям отдала. Угу. А Валя кажет, у нас таких крукодельницы. Лянка не умеет ни ткать, ни в штате, как вот Мария научила. Ну, жила у меня молодая, не умела еще. Ну, да кажет, вот выдвинули ей. Ой, какая пригожость у вас, да столько. Ой, да такие а кветки. А я же половину подавала. О, я тебе покажу. Ага, о, красота. Покажу. Mm. О. Вот, а курки я уже продала, вот я сну продала. Ага. Подними, Илюшка. Илюшка, подними, вон цигалька, которая дочечка. Покажу тебе, Ленка, все-все. Покажу тебе, повешай тебе все. Може, да позор твоим. Може, все не доставайте, ну, как не трудно было вам складывать. А складай. Може, вот мамины, что такие, вот, что старшие, мамины, если... Мамины. И маленькие на иконку. Ага. Сама с бумаги, журнала Ксюша выписываю. Ага. И сочиняю. Так и с Ксюшей и сами тоже придумываете? И сама придумываю. Сама эти горунки вяжу, я сама и горунки вяжу. Я не хвалюся. О, вот за ткани я сама ткала. О, это коли вы ткали, в каких годах? Коли вот в 60-х там. Типа. Да, в 60-м я ткала. В 70-х. Сама накидала, сама перебирала льняные полотняные. И я пандавала, уже с детям поделила. Это еще дюбкой ткала. О, вот это так. Еще дюбкой ткала. До 50 не зимо, в 7-м годе. О. 56-м. А это... А такие ваша мама ткала тоже? Такие мама ткала. А чем-то вот ваши от маминых отличаются? Слухай, это уже простые горы. Кто там, Акалюшка? Как вы кажете, простый горень? Простые такие горы. Угу. Это уже тоже ткала. Угу. Ой, типа, давала. А вот это что за нитки? Это, угу. А это крыл. Угу. Яких хочешь у меня в узоры, я таких не масока. А то умею, что они такие коты, собаки плещек, я возле плету. Лена. А что у меня нема такое, Саши такого доли. Водя вот на таких наткала, богато пандавала. Во, такие красивые, это что за нитки? Муляне. Муляне. Муляне, муляном наткала, но николи не ближе, николи ничего. Угу. Вот. Николи, моя сестра была, то тоже я ей грамота была, померла. А скажите, а вот это узоры, откуда вы берете вот такие? Из книжек, из людей, у кого давнейшие. А вот такие тоже от людей? Ну, от людей, у кого есть такие давнейшие, я давнейшие занимала. А у кого еще есть, до кого можно мне сходить пофотографировать? А я не видела, кого ты сходишь, эти рушники. А это вот это вы давно ткали, что мулине? Давно, и давно ты, Ленка, ткала. И это давно ткала. Ой, какие еще прихожие. Ткали я. Ну, а это хвома 100 штук. Леночка, смотри, ты не посчитаешься звонком. И всякие бой. А что вы зараз тчете, вот такие запошних соткали? Полобики. Ага. И полотна у меня богатая, полотна могла бы продать. Свой. А рушники уже не тчете? Нитку, нитку, на что ты на мне слепые? Uh-huh. На что яны? Кому яны? О, башки рушники. Пригожие. А как у вас это корунки называются? Кружева. Кружева. Ну, uh-huh. Вяжу, понавязывала, у меня лежат. А чем вы вяжете? Крючками. Uh-huh. Крючком. Я корунки люблю вязать. Uh-huh. Легко, добро. Uh-huh. Таких рушников ты не... Лянки не больше. Мне ще... Алеш... О, ну вас а тут... Валя похвалила меня. Целая. А в Лянце ж не понравилась. Она стоит, сказала мне, и все говорит, ну, конечно. А накла ногу своей, думаю, ой, кажу, ага. Мне. Это с бумаги. С бумаги? С книжки снимала некая. Ксюша. Ксю... Вы выписываете эту Ксюшу? Да, вы... да, Ксюшу выписываю. Ага. Дорогие. Два деду заслали такого и такого. И вот он до цизы заслали. А как вы деду слали, расскажите? Да, у дом. Одного в голову, другого в ноги. Одного в голову такого перебранного давнейшего, свого другого нашитого.
Бачу, сорочник, куда я показала? Фотографии. Да пустиш десь в газету. Куди ти мене пустиш? У жопу скажи. Ні, чого? Так это вы кажете сухарики, это что покажете? Мохри прив'язані к сухарика. Так это вось гэта сухарики? Ага, і мохри прасабляні, ага. Калего. А як вот узоры гэтыя завуцца, што вот вытканыя красныя? Гэта грабелькі, а гэта не дзе яблыко ў мене є. А дзе яблыка? Яблыка ў мене, і савоцька яблыка не ёсць. Так это вот такие же ваши маме закручивали на голову? На голову закручивали. Точно такие? А вот это вы сами ткали? Это сама я ткала, сама ткала. Мамина не дзеещенна. Я пандавала тым сёстрам, дочкам. Это суцелены такие долгие. А сколько длина у них? Я не веду, кульки. У метров 5 будзе. Вот я гэтых на меток. Могла б продать, бо у мене їх багато-багато. Я понатикала дені, Ленка в мене лежать, я казала, сорочок продала б, кажу. Вишитих, хто молодий, де хаб ж такого виступали, правда ж? На що на мене лежать муром? Так а от ці намітки за кольки б ви продали, якщо б, наприклад, в музей нам? В музей, моя ж Леночка, я не веду золотку. В музей надо поговорить, да попытать. Сорочек покажу вам. Сорочки все выступают. Новые сорочки пошила, и этим артистам даю. И они меня бузуют и пошли нахуй, не дам уже. Побачлено. Ничего. Вот как то за сорочку рублей 300-400 дам. Потому что перкали вышивание, побачишь, да, да. Эти красивые. Да, красивые. Вот такие сорочки красивые. Да. Вот такие сорочки. А такие вы в молодости носили? Носила. Ага. Носила, вот здесь женилась в такой сорочке. Вот такой. А носили такие вот, ну вот, как на рушниках, такие узоры? Я такие на узоры, как на рушниках. Я такая сорочка у меня. Так, можете показать? Я твою на смерть покидаю. Ага. Покажу тую. Все поворочила, Лена тебе показала, ага. Она нафотографировала, ну. И хай показывает своим друзьям. Ну, может, кто это побачит, так это... Да хай купят. Ну. Хай купят мне сорочек. Угу. Ну, хай купят сорочек. Угу. Пять, это что, сяджу, штампуй, штамп побачишь, лежачу, тихо там перебрана тебе. А что, Ленка, сколько этих сорочек? А это невестка моя клала. Мне сын женился, хатиновку брал. Тоже мне давали платье и сорочку дали. Вышиту, Леночка моя золотая. Так а вот вы кажете, что на смерть у вас лежит такая вот с такими узорами, как тут вышитая, да? Угу. Так а чего вы ее замуж не шли? Ну, шла в ее. Так вы же сказали, что такое у цветочки шли. Ну, я ту ему уже износила цветочки. Так вы ту весельную цветочки износили? Износила, она была старенькая, я положила из нее мастер под голову. Овочки, сорочки. Четыре, здесь на пятое. Как она долго лежала, я думаю, хай будет прибрана. Ну, конечно, хай долго лежит. Так а чего вы кажете, не можно? Не так, я докажу. Так а можно показывать? Вот можно показывать, можно? Можно. Панцохи. И трусы это положила. Ну, все как было. Uh-huh. Как дети не бегали. Uh-huh. И тапочки даже. Галя сказала, мы тут тебе купим. Моя Галя. А ну, дочечку Надя звала другую Галя. Uh-huh. И это катаник. Голубенький уже пополнила, поздоровила. С цацками. Сама шию. Вот такие цацки вон на грудях. Хворсить. Uh-huh. Так это вот цацки назывались? Можете показать ближе? Цацки, 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 ленточки, гороночки. Вот, одеться дыбу вдох. Цацки. Цацки, да все. Так это вот эти складочки, эти коронки, ну, цацки? Ну, гороночки и это вот складочки эти. Угу. А жилетки у вас такие не носили с цацками? Носили жилетки давние. Носили коронки, мать давние носили. Такие я уже не помню. А как их звали, эти жилетки?
Думаю, что веды андарак, спаница андаракова была. Угу. Ясно. Гарнуть у, у карты загарнуть? Ну, у меня нет, я загарнуть. А что я вот такие ношу юбки, такие уже, вот такие, ой, баба, держи, держи. Это не поносите на их, ты дочки шлючи, шлючи. Костюмов. Сегодня дочь, наверное, уже вот, вот юбок, это баба поносит, большой юбок. По большой юбок у бабы. Ага. Дай-ка покажите, как это у карты сгорнуть. Вот я у карты от меня. Юбка висит. Кажите. Вот его ленточки, все. А то, как выступаем. Даже я фартухи, и не два нашитые есть. И это ленточки спанится. Это. Как выступаем. Это, как выступаем, моя золотая. Ясно.